Сереж, лыжи в начале осени – это совсем не экзотика, ты знаешь? Нет, мне кажется, что во всем вот есть своя изюминка, и вот ее-то наш корреспондент Диляра Байбикова и находит. Она освоила азы катания на лыжероллерах и упала лишь однажды, да и то исходя из сценария сюжета. Да, нашей Диляре лишь бы испытать себя, найти экстрим даже в обычной жизни. И самое главное, как обаятельно она это делает. Ну, фантастика просто, мне очень нравится. Да, Диляра молодец, но лыжероллеры – это как-то странно. Мне кажется, это сложно и выглядит очень странно. Я думаю, Катюш, что мы должны посмотреть сюжет, и сейчас тебе точно понравится. Самое доброе утро! Друзья, наверняка каждый из вас совершал лыжную неспешную прогулку по хрустящему снежку. Но сегодня я попробую кататься на лыжах в 30-градусную жару и без единой снежинки. Правда, лыжи у меня будут особенные. Первые роликовые лыжи появились в России в 50-х годах 20 века. Первоначально они применялись как средство тренировки лыжников в летнее время. Сейчас же это самостоятельный вид спорта. И все про лыжероллеры мне сегодня расскажет Евгений. Евгений, чем же они отличаются от обычных лыж? Отличаются тем, что лыжники-гонщики летом не могут, соответственно, тренироваться на лыжах. И придуманы такие вещи, как роллеры, которые находятся на колесиках. И с помощью которых можно передвигаться по асфальту и выполнять работу, аналогичную зимней подготовке. А почему у нас здесь лыжи 4, а ноги всего же 2? Ну, лыжи, соответственно, как и, повторюсь, зимой у нас 2 хода, коньковые и классические. Соответственно, и роллеров 2 вида, коньковые и классические. Классические более, с более толстыми колесами и с топорным колесом задним, а коньковые более тонкие колеса. Прежде чем научиться кататься, нужно переодеться. Но мы, конечно, не забываем про безопасность, потому что ни один спортсмен не имеет права выйти даже на тренировку без вот такого вот шлема. А теперь начался нелегкий процесс осваивания лыжероллеров. Ноги дрожат и не слушаются, зато тренер всегда рядом, с ним не так страшно. В общем, тормозить – это уровень слишком высокий, поэтому я еду вот так. Между прочим, скорость на этих штуковинах может достигать 50 км в час, так что все эти предостережения не зря. В общем, неудобно то, что они у меня постоянно разъезжаются, а еще неудобно, что палки некуда уткнуться, асфальт не такой мягкий, как снег. То, что асфальт совсем не мягкий, я испытала на себе буквально через пару минут. Ну, в общем, для тех, кто не умеет кататься, это не самый лучший вариант, наверное. Но очень весело. Спустя несколько часов я начинаю чувствовать себя на роллерах, как рыба в воде. Вернее, как лыжник на снегу. Пора осваивать коньковые лыжероллеры. Чем они отличаются от классических? Ну, отличаются они тем, что, простым языком объясняя, едут в разные стороны. Вот, и от того, что колесики гораздо уже, чем на классических, скорости, соответственно, гораздо выше. А еще они едут назад, между прочим. Классические так не делали. Как ни странно, вспомнив физру в 6 классе, я взяла и поехала. Оказывается, приятно кататься на лыжах, хоть и роликовых, в теплую погоду. Ни тебе отмороженных носов, ни замерзших ног. Красота! Ну вот, азы катания на этих необычных лыжах получены, но все-таки сейчас дилетанту нужно уступить место профессионалу, ведь начинается соревнование по лыжероллерам. Самым добрым утром, друзья! Ну а я, пожалуй, постою, поболею. Давай-давай!